На сегодняшний момент, к сожалению, сложилась такая ситуация. Из-за информационного вакуума люди не понимают, как им действовать в той или иной ситуации. К сожалению, пациенты, которые имеют заболевания зубочелюстной системы, которые имеют острую боль, которые имеют разрушенные зубы, не всегда вовремя обращаются к врачам-стоматологам. В связи с ситуацией введения карантина, все стоматологические клиники, государственные клиники, в том числе и наши университетские клиники, расположенные на Академической и на 4-й станции Фонтана, работают по приему в ургентном режиме. То есть мы оказываем ургентную неотложную помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются. Если мы это делать не будем, то заболевание будет прогрессировать и необходимо будет привлекать специалистов более узкого профиля, в том числе хирургов. И будет складываться ситуация, когда необходимо будет привлекать уже хирургические стационары. В связи с карантином, я думаю, что хирургические стационары будут использоваться под больных коронавирусом. Соответственно, затягивание визита к стоматологу при острой боли, применение народных средств в виде чеснока, в виде сала, ничему хорошему не приведет. Поэтому необходимо обращаться вовремя и не бояться, соблюдать масочный режим, и мы всем окажем неотложную помощь при заболеваниях зубочелюстной системы.